Он расставит у меня все дороги. Чем так жизнь предстоит заниматься мне? И хочу им посоветовать я. Не ходите, пацаны, в авиацию. Нынче летчики, увы, не в цене. А работа не из легких, не строгая. И поэтому не хочется мне, чтобы вы пошли отцовской дорогою, а небо только раз окунись в небо и попал на всю жизнь небо, не любя и не скорбя, не отпустит тебя. Это кайф в своих руках ощутить, как послушна тебе мощь многотонная. Но приходится за это платить липким потом и ночами бессонными, и о ребрах часовых поясов. Биоритмы сбиты напрочь давным-давно, и в кабине по 15 часов. И здоровье на болячке разменяно, но небо только раз окунись в небо и попал на всю жизнь небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Есть красивое, но кроме того, перегрузки, стрессы и радиация. Не ударьтесь о крыло головой, не ходите, пацаны, в авиацию. На земле профессий не сосчитать. Подбирай себе путье беззаботное. Я бы сам, когда все снова начать, то, наверное, пошел снова в летное. Только раз окунись в небо и попал на всю жизнь небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Небо, только раз окунись в небо и попал на всю жизнь небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Спасибо.